І лікарські подвиги – це не лише про українських медиків, адже в Україні від початку Великої війни працює справжній ізраїльсько-європейський медичний десант на чолі з лікарем Романом Гольдманом. Він герой нашої чергової рубрики «Обличчя». Дивіться. Обличчя в нашій студії людина, яка з перших днів Великої війни полишила своє мирне життя, приїхала до України, аби допомагати українцям. Це ізраїльський медик Роман Гольдман. Роман Гольдман – гендиректор першого медичного центру Тель-Авіва, ідеолог створення ізраїльсько-української місії «Фріда». Це команда медичних волонтерів, які допомагають українцям, постраждалим від війни, від російської агресії та окупації. З перших днів російського повномасштабного вторгнення Роман разом із однодумцями їздить небезпечними прифронтовими містами України та надає безкоштовну медичну допомогу усім, хто цього потребує. Так, медики-волонтери неодноразово побували у Харкові, Ізюмі, Куп'янську, Краматорську, Запоріжжі, а днями і у звільненому від окупантів багатостраждальному Херсоні. Туди місія «Фріда» приїхала не лише з медичною допомогою, а й з гуманітарною. Людям привезли 15 тонн продуктів та засобів першої необхідності. За 9 місяців Великої війни тисячі українців звернулись до лікарів місії «Фріда» і отримали кваліфіковану медичну допомогу. Ми побачили щойно кадри з Херсону, ви щойно повернулися звідти. Які емоції? Що там побачили? Що люди розповідали вам? На самом деле ми побачили надежду. Ми побачили сильних людей, які люблять свій город, які люблять свою землю, які з великою радістю і теплом чекали повернення українську армію, українську реальність. І ми побачили людей, которые улыбаются. Мы увидели людей, которые переживают за свое будущее. Но в целом положительные эмоции, несмотря на большую боль, мы видели людей, которые до войны не видели долго врачей, экспертов, во время войны не получили полноценную необходимую помощь. Но в основном то, что впечатления, которые остались, это положительные люди, которые ждали украинцев. Как и всегда, наша медицинская делегация, миссия, она сконцентрируется в гуманитарной помощи, в медицинской помощи. Мы приехали с нашими врачами, мы встретились с военной администрацией, с руководителем, который управляет всеми процессами. Я вам могу сказать с полной ответственностью, что сегодня максимально, как и администрация военная, как и волонтеры делают все, что в возможности и в необходимости вернуть, возобновить всю работу. Я могу вам сказать, что в принципе волонтеры и сотрудники мэрии, которые и областной администрации военной, которая там есть, в принципе работают 24 часа. Это люди, которые без света, без питания, без электричества, даже у этих волонтеров или у сотрудников нету где заряжать телефон, они пользовались нашими пауэрбанками. Из-за этого однозначно, я думаю, что ребята делают 100% на високому рівні свою роботу. Я хочу сказати глядачам, що Роман зі своєю місією був одним з перших, хто в Херсон приїхав. У мене таке відчуття, що ви просто з нашими солдатами ЗСУ йшли. Як ви так опинилися одразу після звільнення в Херсоні? Ми працюємо по всій Україні. Ми все-таки представляємо медицинську сферу, медицинську місію. Ми перші, хто підняли руки і сказали, ми перші, які хочемо там бути, як і в Харкові, як ми приїхали перші. Первые и в Чернигове, и в других горячих точках, фронтовых городах. Мы рады, что мы смогли первые быть в центре данного события. Мы рады, что мы смогли оказать необходимую помощь. Мы открыли 5 мобильных поликлинических пунктов, где оказали первую необходимую помощь. Мы привезли туда несколько тонн западных медикаментов, которые раздали и передали больницы, и которые уже передают всем необходимым пациентам. И
Мое впечатление, как человек, который живет в Израиле 33 года, в этом городе есть уже атмосфера будущего. На що люди хворіють там після окупації, після того, як в них не було медицини, які найбільш поширені хвороби? Ну, мы с вами можем представить, что на данный момент уже вторая неделя Херсон находится без самых важных необходимых ресурсов – электричества и вода. Мы видим людей, которые, в принципе, основная группа людей – это у которых развиваются проблемы кардиологического характера. Мы видим пациенты, которые находятся с гипертоникой, которые с повышенным давлением, которые есть. Мы видим большая группа пациентов, которая нуждалась в успокоительных, снотворных. Это три группы основные, которые, как всегда, война и стресс, это как триггер, который провоцирует вот эти отклонения, которые есть. Мы видим сегодня, что проблема и актуальная, и необходимость, которая есть, она не решится в ближайшие недели или, может быть, даже в ближайший месяц. И, безусловно, город находится на грани, что тут говорить, да, на грани какой-то гуманитарной катастрофы. Мы это видим. Это видели врачи, это видели мы, это видел я как идеолог проекта. Херсон символизирует очень переломный, очень важный элемент в этой войне, да. И мне кажется, это хоть какая-то небольшая, но достаточно важная победа для ЗСУ, для украинского народа, который с гордостью можно сказать респект, и это круто. Але ж там немає зовсім умов для праці лікарів нормальних. Да, ми взагалі зараз бачимо, як працюють лікарі в Україні. Їм велика подяка за героїзм. Ми бачимо, як під час операції просто вимикається світло в лікарні, але лікарі все одно не перестають робити свою справу. От ви приїжджаєте, ви розумієте, що тут не можна надати якусь допомогу людині, якій потрібна, можливо, операція і так далі. Як в таких умовах, не тільки в Херсоні, в прифронтових містах, як працювати? Мені кажется, що самое главное – це желание действовать і помочь. Мне кажется, что при любых условиях можно оказать всю необходимую и помощь, которая пациентам нужна. Первое, возможно, этих пациентов эвакуировать и взять их на лечение в Николаев или в Одессу, или в Киев. Во-вторых, там функционируют больницы, и врачи не переставали работать даже во время оккупации. Они работали 24 часа, они не покидали свои рабочие места. Это огромное уважение, наверное, которое возьмет отдельную передачу, может быть, которую можно посвятить херсонцам, врачам, которые там работали. Там функционируют больницы, там функционируют поликлиники. И я все-таки, да, вижу с надеждой какой-то, момент положительный, что, да, возможно оказать пациентам помощь при материальной базе, которая там сегодня есть. Все остальное – это только, можно сказать, отговорки или причины. Есть вся необходимая материальная база. Да? Тут требует очень перезагрузка. Во-первых, персонала, врачей, старшего персонала, младшего. Да? Безусловно, тут требуют какие-то гибридные решения, да, как правильно отнестись к этой ситуации, к этому вызову. Но всего лишь там сегодня 70 тысяч жителей, да, которые там остались, какая-то часть тоже сейчас эвакуируется. Как по мне, эта задача возможна. Мы приложим всю необходимую для этого силу и возможности. Мы сегодня, в принципе, ведем переговоры с нашими коллегами, с врачами. Это около 1500 врачей, которые со всего мира готовы приехать в Херсон и оказать необходимую помощь. Если мы обойдем вот эти бюрократические элементы, которые даже мы сегодня сталкиваемся с ними, да, обойдем их. Даже вот сегодня 1500 врачей с Израиля, с Америки, с Европы готовы приехать в Херсон работать. Из-за этого врачей есть достаточно, медицинской помощи тоже все достаточно, медикаменты мы тоже их уже привезли. Все остальное, ребята, это только отговорки. Вы сказали про то, что лекари навіть в оккупации працювали 24 години. Как вы вважаете, під час оккупации лікар, він має, співпрацювати, да, з окупантами? Чи є лікарі, які на відріз відмовилися виходити і працювати на так звану тимчасову владу, да, російську? Чи їм все одно потрібно йти і лікувати навіть тих росіян, яких привезли, ми знаємо, в Херсон, солдат?
И так далее. Мы столкнулись с врачами, которые их арестовывали и пытали даже, которые их требовали подписать соответственные документы. Они отказывались, но они приходили на работу. Есть несколько руководителей отделения и больниц, которые даже военнослужащие России пытали их, чтобы они начали по-другому функционировать или брать на себя какие-то обязанности управления. Мое личное мнение, что врач, он должен спасать людей при любых обстоятельствах, которые есть, потому что там живут украинский народ. И этот народ, нужно их обслуживать, давать им правильное медицинское обслуживание, лечить их, спасать. Есть поликлинические пациенты, есть ургентные кейсы. Да? Мы должны с вами понимать, что как-никак оккупация – это большой триггер для многих заболеваний. И мы должны с вами понимать, что большая часть там пациентов, которые мы видели, это пациенты в группе риска. Это пациенты, которые за определенного возраста, они уже они 60+. Из-за этого я считаю, что все врачи, которые оставались там, не бросали украинцев, а работали, я думаю, что это большие герои. Просто можна виправдати людей, які відмовлялися працювати, тому що вони просто боялися, що потім якісь будуть наслідки. Вони не приймали реальність власті, вони не сотрудничали з властю на рівні якихось контрактів або приймали їх, але вони знали, що за пределами лікарні залишаються 70 тисяч пацієнтів українських, яким потрібно допомагати, потрібно обняти і потрібно дати їм необхідну медицинську допомогу. Ви побували в багатьох містах українських, підраховували Скільки ми з тобою їхали? Ми, где-то лично я, наша місія об'їхала більше вже, ніж 70 городів. І це прифронтові міста, да, в основному. Да, от якщо говорити не про роботу місії, а про ваші особисті враження, про те, що ви там побачили, що ви відчули після спілкування з людьми там. От ви приїжджаєте в прифронтове місто, ваші емоції. Есть такое понимание волонтера, быть волонтером – это немножко другая история. Большинство наших врачей – это даже заведующие отделением. У нас есть волонтер, декан факультета в университете Богомолец, профессор Выговская. Да? Когда врач приходит быть волонтером – это история про большую отдачу, это про большое милосердие, это про большое сердце. Из-за этого быть волонтером, это в первую очередь не думать о себе. Это где нету времени бояться. Там мы, когда были в Купянске, и мы находились буквально там несколько километров от российской границы. Это секунды, моменты, где ты секунду настраиваешься. Из-за этого в этот момент мы видим людей. Мы видим людей, которые уставшие от войны. Мы видим людей с большим каким-то, с глазами печали и страх. Мы видим людей, которые хотят мирное небо. Мы видим людей, которые не сдаются. Мы видим людей, которые любят и патриоты украинской страны. Мы не видели даже ненависть, хотя у этих людей есть все причины ненавидеть и быть злыми. Мы не видели даже вот такого, да. Из-за этого я могу с полной сказать, с таким абсолютно объективным ощущением, как человек, который живет в Израиле 33 года, я с детства в Израиле, я могу сказать одно слово, что для меня украинский народ – это выдающийся украинский народ. Это люди, которые, несмотря на все, что тут происходит, продолжают верить в победу, и я уверен, что все будет хорошо. Якась история запам'яталася з тих міст, де ви побували? Зараз згадали Ізюм, Куп'янськ. Можливо, з іншого міста. История, которая меня прям наповал и накрыла волной, это херсонские дети, которые с флагом Украины стоят, мне кажется, до сих пор, потому что наши грузовики и врачи до сих пор приезжают, уезжают, которые стоят, машут, встречают украинских волонтеров, врачей. Это, безусловно, любовь, которая тебя согревает, и это ощущение, которое, наверное, останется у меня до конца своей жизни. Безусловно, очень много кейсов эвакуации, экстренной медицины, транспортировки, которые мы перевозим пациентов с Украины в европейские госпитали, где мы смогли договориться, чтобы бесплатно лечили пострадавших. Но самые такой яркие – это вот эти дети, которые с флажками, с любовью,
любовью встречают всех украинских машин и врачей, и военных ЗСУ. Привет из Херсона. Ви згадали зараз про інші організації, з якими ви співпрацюєте. Скільки це організацій, які взагалі країни задіяні в вашій місії? Я знаю, що у Фріді вже не тільки українці та ізраїльтяни. А взагалі медицинська місія Фріда, медицинська делегація, вона це симбіоз українських врачів і європейських, і ізраїльських врачів, западних врачів. Це колаборація врачів, волонтерів, які працюють безвозмездно. Наша найголовніша місія – это дать высококвалифицированную медицину в тяжелодоступных местах. Наша задача – дать пациентам медикаменты, дать пациентам медицинскую помощь в сложнодоступных местах. Порой мы видим пациентов, которые не видели врача, даже женщины, и 2-3 года до войны. Из этого, в нашей делегации это врачи, дерматологи, онкологи, урологи. Да, мы даем возможность пациентам даже не выезжать со своего города. Это эксперты, это врачи узкоспециализированные, которые приезжают и принимают их в своих городах и областях. Романе, а от ви особисто їхали до України з якимись новими відчуттями? Ну, просто, розумієте, на початку війни багато хто виїжджав з України, так? А ви в перші дні одразу поїхали допомагати. Чому ви так вирішили? Що вас спонукало до цього? Я 15 років вже співпрацюю і дружу з українськими пацієнтами, врачами. І за ці 15 років ми прийняли в Ізраїлі на підвищення кваліфікації більше, ніж 150 врачів. Больницю, яку я представляю, це больниця імені Іхіла, перший медицинський центр Тель-Авіва, це больниця, яку за останні 10 років ми прийняли приблизно около 4000 сложных украинских пациентов на лечение в Израиль. Из этого, за все эти годы коллаборации и сотрудничества мы всегда старались строить не заборы, а мосты, которые нас соединяют. И так получилось, что 24 февраля я был в командировке в Киеве, я и еще мои коллеги и друзья. И мы просто решили, что у нас нету такой возможности наших друзей здесь бросить, забыть, испугаться. И мы 24 февраля остались в Украине. И вот с этого начала началась вот эта медицинская миссия, где мы до сих пор, до победы и после будем вместе с украинскими друзьями, пациентами и с украинским народом. Спочатку вы зробили на кордоні, правильно? Якісь палатки ставили? Перші дні війни ми привезли около 300 врачів ізраїльських, які на границі Могилів-Подольськ, на границі Паланк, це границя з Одеси, ми відкрили лагеря біженців, ми відкрили emergency пункти, де ми приймали українських пацієнтів пострадавших. Ми приймали около 1000 пацієнтів в день, які добирались до границі Донбасу. 2 дня, 1.5 дня, люди, которые были с очень большим охлаждением, которые не смогли даже собрать свои медикаменты, у которых были очень и экстренные, даже были какие-то кейсы родов, которые эти люди, наши врачи, принимали на границе. Из этого с первых дней мы начали свою миссию там, потому что мы не знали, как будет вся интервенция и как будет первые дни войны. И, безусловно, в экстренной медицине в первую очередь тебе нужно работать там, где есть какой-то, где есть правильное, нормальное, спокойное поле. Из этого это те точки, где мы выбрали, где мы можем спокойно работать и при необходимости эвакуировать туда пациентов. Из-за этого мы начали там, да. И ну, уже после первой двух недели мы уже, когда сформировали там всю материальную базу и emergency, и приезд логистический всех врачей из Израиля и со всего мира, мы уже перебазировались в Украину внутри и начали работать внутри Украины. Але ж це не була місія Фріда, да, спочатку? Тобто це були якісь точкові на кордонах пункти? Як потім виникла ось така ідея об'єднання? Це ізначально було названо Фріда. Фрида – это моя бабушка, которая родилась в Украине. И она мне всю жизнь рассказывала про Вторую мировую войну, про Холокост, про гетто. И сама она пережила, она родилась в Украине и рассказывала мне про эвакуацию, которая была в Среднюю Азию, в Ташкент. Из-за этого все эти воспоминания про войну, которую я слышал от своей бабушки, она была учительницей, директором школы.
И она меня, кстати, научила говорить хорошо и петь украинские песни. И чуть-чуть я изучал с ней украинский язык. Так а какая улюбленная песня была бабуси? Пам'ятаєте? Я могу сказать, что моя самая любимая – это «Червона рота», самая любимая украинская песня. И вот оттуда пришла идея проекта «Фрида». Это назвать в честь моей бабушки, которая остается для меня очень героем, высоконравственным, правильным, хорошим человеком. Она именно украинка. И, наверное, это все, вся вот эта любовь ее к Украине, которая передалась мне, наверное, и вдохновила меня остаться и делать то, что мы сейчас делаем. Я думаю, что бабуся навіть не могла б уявити, что з України колись знову доведеться людям евакуюватися. Але тепер не від німців, а від тих, з ким вони колись разом воювали. Мені тяжело представити, що люди, які пережили Вторую мировую війну, ветерани, герої, які побіділи фашизм, как бы они в этот момент бы чувствовали. И, безусловно, это, наверное, для них была бы очень трагическая история, которая повторяется в такой злокачественной и возвращенной форме, которую сегодня мы видим. Я даже не могу себе представить, насколько, какая должна быть страна или армия мира, которая покидает Херсон, где знает, что там дети, пенсионеры, женщины, где несколько недель тому назад вы ходили, рассказывали, что мы здесь с вами, Херсон, любовь, Россия, Украина, потом вы берете и такое делаете. Из-за этого, безусловно, это очень трагическая точка в истории, мне кажется, всего мира на данный момент. А у вас же много знакомых в России? Очень много пациентов, которые приезжали, которые в Израиль приезжали на лечение. За последние 15 лет мы превратились полностью в поликлинику Российской Федерации, Украины и стран бывших СНГ. Ну, бы все очень много звезд, в Израиле, которые приезжали и приезжали к нам на лечение. Многие звонили, просили прощения. Многие даже помогали, пытались помочь что-то, спросили, как мы можем помочь. Или, не знаю, там, купить медикаменты или как-то. Безусловно, были и положительные, конечно, звонки с той стороны, которые пытались даже вот чем-то помочь и просили прощения. Но, безусловно, и многие звонки, где что ты там делаешь, зачем тебе там находиться, зачем ты дружишь с фашистами. И, безусловно, такие сразу же контакты стираются. И мне очень больно слышать такие звонки, когда мы столько помогали этим пациентам, россиянам, когда они приезжали в Израиль, спасали их. И после того, то, что они пережили в Израиле, где помогли мы, израильские больницы, израильские врачи, где ты ожидаешь от таких людей какую-то эмпатию, переживания, звонят и говорят, не помогай фашистам, возвращайся в Израиль, переставай помогать им, что ты там делаешь. А в России бывали вы за цей час? Я давно не был в России. Не очень себя комфортно чувствовал всегда в этой стране. Давно не был в России. Я думаю, что уже не скоро собираетесь. Я думаю, что адекватные, нормальные люди в этой стране, которая страна терроризма, где один из руководителей официальный человек на уровне Бен Ладена, и мне кажется, нормальным людям в этой стране нечего больше что делать. В том числе и нам, и врачам израильским. Мы прекратили все партнерства, которые у нас могли быть. То есть сейчас не приезжают россияне лекуваться? Они приезжают. Они приезжают гораздо меньше. Мы берем только сложные кейсы онкологические, нейрохирургии, потому что это мы не можем отказать принимать пациентов. Есть определенная Лиссабонская конвенция, где мы не можем отказать принимать пациентов российских, но это гораздо меньше. И наверное, даже и больница, и врачи уже с какой-то абсолютной отрицательной эмоцией относятся с приездом российских пациентов в Израиль. Вы живете в Израиле. Країні, яка дуже-дуже багато років знаходиться в стані війни, так чи інакше, так, із Палестиною. Чи можна порівняти ту війну, яку переживає Ізраїль, із війною, яка відбувається в Україні?
Мне кажется, война, которая сегодня есть в Украине, это война, которую за последние столетия не видел ни Израиль, ни Европа. Ну, я уже не говорю про Европу или мир, потому что если мы возьмем в целом мировое сообщество, наверное, Израиль — единая страна, которая находится в какой-то практичной и в боевой всегда готовности и находится в таком ургентном военном состоянии в каждый день. Да, вот только недавно были... Мы знаем, вот только недавно было несколько терактов в Израиле. Кстати, когда эти теракты тоже очень странно начались, все в Израиле считают, что это какая-то все-таки провокация России, потому что только как Израиль начал как-то очень начинать как бы уже готовность и сотрудничество, и передавать оружие, и какое-то глобальное политическое большое сотрудничество на фоне коллаборации Ирана и Израиль, и Россия, сразу начались в Израиле теракты. Это не случайность. Но я могу сказать, мы создаем какие-то коллаборации между военными Израиля и Украины. Я могу сказать, что израильские военные с большим удивлением смотрят на эту ситуацию. И они тоже с каким-то даже восхищением говорят, что даже Израиль, мы не знаем, как в данной ситуации мы смогли бы отстоять. И что бы было бы с Израилем, потому что количество ракет, которые послали, количество попыток России уничтожить Украину, они превышали все возможные, скажем так, военные проблемы, которые сегодня есть в мире. Это даже Израиль, наверное, не был готов бы такой атаки Третьей армії міра. Я думаю, що після перемоги України не тільки ізраїльські військові з усього світу будуть їздити до України, до наших ЗСУ на підготовку. Нам вже передали сьогодні ізраїльські воєнні, школа офіцерів Ізраїля, БАД-1, це висока школа офіцерів, де приглашає українських воєнослужащих офіцерів приїжджати в Ізраїль, давати якийсь майстер-клас. Мені здається, якщо Ізраїль, який вважається одна із такої профессиональной армии мира, зовет украинских офицеров на мастер-класс, это о много о чем говорит. Ізраїль дуже багато нам допомагає. Лікарі приїжджають, багато гуманітарки, медикаментів. Але немає головного, да, чого ми чекаємо від світу. Це військової допомоги, озброєння і так далі. Чому така позиція в Ізраїлі, на вашу думку? Мне кажется, что Израиль в первую очередь, что это вполне легитимно, это страна, которая поставила перед собой приоритеты всегда защищать свою страну и свой народ. Мне кажется, что вот эти понятийские отношения, которые есть между Российской Федерацией и Израилем, которые связаны с Сирией и с Ливаном, и связано с Ближним Востоком, наверное, где-то давали Израилю даже какую-то, может быть, скажем так, задержку перед принятием тем или иным решением. Я знаю, что сегодня уже этап вот этих переговоров и решительности, он уже на другом уровне. Я не эксперт, чтобы комментировать израильскую, скажем так, политику или военную. Але вы можете донести позицию народу Израиля. Мне кажется, что вот Израиль, он вот в совокупности вот в 99% полностью поддерживает Украину. Несмотря, что сейчас, конечно, есть какие-то, насколько я знаю, напряжения между МИДами, Израилем, Украиной. Лично мое мнение, что недостаточно весь мир сегодня делает, чтобы помочь Украине. Если я как волонтер, и я вижу, сколько наши врачи делают, и спасают, и помогают, я думаю, что в целом весь мир сегодня, мое личное мнение, недостаточно делает, если мы задали вопрос по вооружению, и Израиль в том числе недостаточно, чтобы помочь. Я думаю, что даже страна Израиль могла гораздо больше дать помощи украинскому народу. И, наверное, где-то это могла бы как-то обнулить какую-то историю, которая есть между Израилем и Украиной, похожи. Да? Мы хорошо помним, что основали Израиль украинцы.
Главная улица в Тель-Авиве, Дизингов, это в честь мэра Дизингов, который был репатриант с Одессы. Мы знаем, что саму одну из эффективных спецслужб создала Голда Мэйр, которая родилась вот здесь, недалеко от нас, несколько улиц на Бессарабском рынке. Мы знаем, что и духовные лидеры, которые основали Хасидут и очень много в духовной практике, они жили на этой земле. Из-за этого я уверен, что и надеюсь, что украинские, израильские политики найдут какое-то понимание, где они смогут больше еще и сотрудничать. Мой месседж израильскому народу и израильской армии или чиновникам, или кто нас видит, я думаю, что мы, как израильтяне, на данный момент, нация, которую народ пережили и Холокост, и большую трагедию, которая сопровождалась историей наша нация, я считаю, что в данном случае мы должны быть больше примером и образцом, как в данный момент помочь стране, которая посередине в Европе, на нее напала агрессивная, абсолютно злокачественная империя зла, и пытается, и мы сегодня уже видим, не просто цели, которые они поставили, а пытается просто уничтожить эту землю, уничтожить этот народ. Из этого я призываю каждого, кто видит эту передачу, приехать в Украину, не бояться, сделать все, что вы можете. Если возможно приехать, приезжайте. Если вы можете чем-то помочь, помогайте. Если вы можете лайкайте. Каждый может сделать, щоб допомогти в цій побіді. Головне не боятися реакції Росії. Мені здається, що саме це запорука успіху, запорука нашої перемоги. Наша перемога буде, це 100%. От якою ви її бачите? Як Україна переможе? Я вижу взагалі нову націю. Я вижу фантастичних тут людей. Я вижу абсолютно доброкачественних патріотів, які любит эту страну и готовы ради нее сделать все. Если моя визуализация, я вижу очень прогрессивная страна с великим народом и с светлым, красивым, ярким очень будущим. Мы вам дуже дякуємо. Спасибо за вам. Те, що бачите нашу країну такою, за те, що допомагаєте робити її такою, тому що ми розуміємо, що зараз без допомоги таких людей, як ви, ми просто не впораємося. Я имею большую честь находиться здесь с вами и передаю огромный привет и поддержку украинскому народу. И мы здесь, чтобы вас обнять и помочь. Спасибо вам. Це був Роман Гольдман, гендиректор першого медичного центру Тель-Авіва, ідеолог створення медичної місії «Фріда». Марафон триває, рубрику «Обличчя» завершуємо на сьогодні. Дякую.